Глава города Твери Алексей Огоньков в пятницу 17 июля вручил почетные награды трем выдающимся жителям нашего города, которые много лет трудились на благо столицы Верхневолжья. Традиционно эта церемония проводится непосредственно в День города, однако в этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн, поэтому награждение состоялось в преддверии праздника. Звание «Почетный гражданин города Твери» присвоено заслуженному строителю России Евгению Александровичу Воротникову. За вклад в патриотическое воспитание молодежи почетным знаком главы города Твери за заслуги перед городом награждена известная общественница Алла Евгеньевна Смирнова. А заместителю председателя Тверского отделения Союза десантников Юрию Цветкову был вручен памятный знак во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского за развитие ветеранского движения в Твери и в связи с празднованием 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск. Как вы знаете, 19 июля нашему городу исполнится 885 лет. И этот замечательный праздник дает нам хорошую возможность сегодня чествовать людей, которые долгое время здесь работают и приложили массу усилий для того, чтобы наш город становился лучше и развивался. Сегодня эти люди среди нас, и я с огромным удовольствием от всех горожан благодарю вас за проделанную вашу большую работу, за многолетний плодотворный труд.